Акция «Спасибо врачам» стартовала 21 мая в регионе. Представители подмосковной «Единой России» подготовили более 16 тысяч наборов с шоколадом, конфетами, чаем, печеньем, кофе. Машины с продуктовыми наборами отправились в медицинские учреждения городов. Этой акции мы хотим в очередной раз сказать спасибо медицинским работникам больниц и станций скорой помощи Московской области, сказал руководитель фракции «Единой России» Игорь Брынцалов. Наборы врачам будут вручать волонтеры-молодогвардейцы с соблюдением всех мер предосторожности.